23 лютого відбулася 38-ма сесія Славутицької міської ради 7-го скликання. Першим питанням порядку денного був звіт міського голови про діяльність виконавчих органів у 2017 році. Після обговорення звіту, поставлених запитань та відповідей на них, міський голова Юрій Фоміч зосередив свою увагу на головному. Для того, щоб мати тепло у домівках до 25 березня, вся затребувана сума сплачена. Але щоб не виникло в подальшому подібних ситуацій з відключенням Славутича від тепломережі, усім треба платити – вчасно і в повній мірі. Оплата відбувається з урахуванням субсидій, пільг та реструктуризації боргів. До речі, практика публікації списків квартир боржників за комунальні послуги залишається, і в подальшому з них будуть виключені ті, чиї борги будуть підлягати реструктуризації і будуть зафіксовані документально. Шановні, нам треба сплачувати за поточне споживання 100% і ще 1,7 мільйона сплачувати борги. Оці борги повинні бути направлені на сплату тих 1,7 мільйона гривень. Тому що що ми маємо сьогодні? Ми маємо сьогодні 16 мільйонів і 4 десятих мінус міського бюджету. Крім того, ми маємо сьогодні заборгованість 12 мільйонів перед екоенергогенерацією, перед Зеленкою, за те тепло, що вони надали. І вони терплять і чекають цього. Хоча це їх гроші. Але ми їх направили на погашення боргів за газ, на сплату поточного споживання, тому що хтось не платить. Коли ми кажемо 90-95% по сезону сплата, так це 5% не сплата. У нас сьогодні по сезону нарахування більше 100 мільйонів. Якщо 5% не сплатили, арифметика дуже проста. Це більше 5 мільйонів заборгованості. 5 мільйонів. А то й більше. Ми повинні розуміти свою відповідальність перед цими, хто живе в місті. Кожному з нас. Тому що коли я не сплачую і нам відключають газ, страждає від цього все місто. Потім Юрій Кирилович розповів про звернення до Мінфіну України про відведення землі для міського кладовища. Про початок харчування дітей у загальноосвітніх закладах Славутича. Про критичну нехватку коштів на закупівлю інсуліну для хворих, на цукровий діабет та налагодження моделі забезпечення. Потім озвучили депутатське звернення про надання дозволу компанії «Наше тепло» на розміщення, будівництво і в подальшому забезпечення теплом місто, котельні на альтернативному паливі на виділеній ділянці землі. Про створення соціального пакету з невеликою кількістю телеканалів для малозабезпечених та пільгових категорій славутичан. Ми зараз формуємо списки малозабезпечених для пільгового тарифу. Для телебачення звертатись треба в управління соціального захисту міста Славутич. Також була пропозиція здійснити ревізію контейнерів для сміття, частину відремонтувати, а непридатні замінити на нові і зробити це до настання теплої погоди. Було звернення також і про контроль та відповідальність за якість ремонтних робіт, що проведені на міських об'єктах, в тому числі басейні першої школи та й не тільки. Від самопідрядних комунальних організацій, що обслуговують місто, до загалу звернувся Юрій Єгоренко, який повідомив, що тариф на дані послуги у Славутичі не мінявся попри всі підвищення зарплат, пенсій, тарифів на інші послуги ще з 2010 року. І це негативно відображається на зарплатах працюючих у цій сфері. По 3 місяці затримуються ці виплати, а справедливий тариф і досі ще не розроблений КП ЖКЦ. Люди доведені до відчаю і налаштовані на акцію протесту. Є тільки дві можливості. Перше, це якщо міська рада може розглянути питання щодо якось допомогти фінансово ЖКЦ, щоб зняти цю напругу, якось видати якусь можливість. Друге, це більш активно працювати з боржниками. Юрій Фомічев призначив нараду з усіма причетними до цього питання на 26 лютого. Насправді ситуація критична. Вона критична не лише для колективу, для людей, вона критична і загрозлива для Славутича. І ми повинні це розуміти. Юрій Кирилович також запропонував підтримати звернення колег-депутатів. До нас звернулася Фастівська міська рада. А чому Фастів? Тому що саме в Фастові була підписана ця угода про об'єднання Західної і Центральної України. І на наступному році це буде 100 років. Є пропозиція долучитись до цієї акції, до нашого міста Київської області, яке взяло на себе відповідальність розпочати її. І прийняти в тому участь, а це буде аж через рік практично. Нема заперечень щодо цього. На засіданні заслухали та підтримали чимало цікавих проєктів та міських програм зі змінами до них.
1-2 березня – Дні пам'яті жертв Корюківської трагедії. Хоча радянська історіографія не вважала ідеологічно важливою подію, коли загинули майже 7 тисяч мирних жителів Корюківки. Офіційно їх пам'ять почали вшановувати лише з 2013 року. Знищення нацистськими карателями українського селища на Чернігівщині, яке сталося 1, 2 та 9 березня 1943 року, є найбільшою каральною операцією німецьких окупантів у Другій світовій війні в Європі. Наказ про розстріли людей та спалення Корюківки начальник штабу 399-ї головної польової комендатури Байер Бруно Франц віддав у відповідь на акцію партизанського з'єднання Федорова. Палили селище настільки жорстоко, що заграву було видно за 30 кілометрів від Корюківки у Сновську. Але партизани, які стояли в кількох кілометрах від місця трагедії, не прийшли на допомогу. В Європі вшановують пам'ять загиблих в усіх містечках та селищах під час каральних операцій нацистів. В країнах, що колись входили до складу СРСР, вибірково. Згадували лише, щоб забезпечити ідеологічну позицію, приховати злочини і прорахунки радянського командування. Як в ситуації з білоруською Хатинню чи селищем Кортеліси на Волині. Хоча за підрахунками Українського інституту національної пам'яті, за час німецької окупації України свідомо було знищено понад 670 населених пунктів. Тільки на Чернігівщині – 63. Жертвами такого роду каральних операцій стали щонайменше 50 тисяч 828 вбитих. І так, 1/4 Кубка України серед женських команд. Як і було обіцяно, спорткомплекс «Олімпієць», субота, 24 февраля. Встречаються словочанки, КДУ США, Олімп, Первая лига, і 5G, Київ, Высшая лига. Начало традиционное представление всех участников матча и судей тоже. Гимн Украины, дружеские рукопожатия. А дальше игра. 20 минут чистого времени у каждого тайма, но реально они превращаются в 42-43 минуты реального футбола. И далее подробный репортаж о том, как забивались голы в игре. Начали игру 5G достаточно уверенно. Первыми создали опасный момент у наших ворот. А в ответ наша контратака. Наш вратарь спокоен и уверен в себе, это здорово. А далее, как и в прошлой игре, ну, точнее, в 1/8 финала. Отличная комбинация, выход Лизы Кузнецовой с угла и гол. Идет только 3-я минута. Уверенно играет наш вратарь Аня Голубцова. Вообще, в первом тайме она была непробиваемой. На 5-й минуте отличается наш капитан, и счет становится 2-0. Киевляне ошарашены, сразу берут тайм-аут, чтобы прийти в себя. Вдохновленные счетом зрители заводятся криками про славу. Игра идет на встречных курсах, но в съемочной группе нашего канала кажется, что словачане атакуют чаще и разнообразнее. А наш вратарь уверенно отбивает все мячи. И снова тайм-аут. 13-я минута оказалась несчастливой для киевлян. 3-0. Зрители счастливы. Мы забили 3 сухих мяча и уверенно отыграли в обороне. Через пару минут могли забить и 4-й, но не попали в пустые ворота. И снова до конца тайма нам кажется, что словачане атакуют все больше и больше.
В отличие от 1/8 финала Кубка Украины, в перерыве для зрителей культурная программа, а в холле мини-буфет. Вначале представители медиадома проводят конкурсы для зрителей. В качестве призов раздача бесплатного интернета для победителей. Почему-то побеждают в основном только дети. В культурной программе принимает участие ансамбль «Юность» ДШИ с испанским танцем. И вокалистка студии «Рожева Пантера» Екатерина Федченко. В перерыве наши футболисты, получив подсказки от тренера, успевают даже посмотреть, что происходит на площадке, комментируя происходящее с улыбкой. Второй тайм. Он начинается с мощной поддержки славутических болельщиков и дальнего удара. Снова в основном атакуют наши девчонки. Третья минута принесла тревогу в души болельщиков. Киевляне забивают гол. И счет становится 3-1. А далее снова выручает наш вратарь. А на пятой минуте наш капитан забивает четвертый гол и восстанавливает разницу в счете плюс 3. Отличную комбинацию разыгрывают наши футболистки, но... А далее наступает пятиминутка Лизы Кузнецовой. За эти 5 минут она могла бы довести счет до очень неприличного. В начале, на 9-й минуте, после отличной комбинации, Лиза забивает 5-й мяч. А на 11-й минуте она как бы ставит точку в этой 5-минутке и забивает 6-й гол. Нервы не выдерживают у тренера 5G, и она снова берет тайм-аут. На всякий случай не подходим близко. Снова игра на встречных курсах, но в течение 3 минут никто ничего не забивает. И наступает 13-я минута второго тайма, и теперь она уже неудачная для нас. Киевляне забивают, и счет становится 6-2. Проходит всего пару минут, и славутичане вновь доводят разрыв до 5 мячей. 7-2. Чувствуется, футболистки подустали, не такие уже и бешеные скорости. Начинает сказываться опыт. 17-я минута, и снова гол забивают киевляне. 7-3. Наш тренер берет перерыв. Впервые за матч киевляне забивают 2 мяча подряд и доводят разницу до 4 мячей. Конечно, за оставшиеся 3 минуты сравнять счет нереально, но успокоить нашу команду нужно. 18-я минута. И счет становится 7-4. И снова 2-минутка Лизы, но, к сожалению, не результативная. Видимо, тоже устала. За минуту до конца у нас смена вратаря. А в финале 6-секундный отсчет зрителей. Все, победа. Еще один серьезный соперник из высшей лиги проиграл нашей команде. А это значит, что наши девчонки вошли в четверку лучших команд,
которая борется за Кубок Украины. Ми настраювались, ми хотіли, ми бажали, я казав дівчатам, що якщо ми зможемо врахувати всі свої недоліки і недоліки суперника, то все вийде. Можливо, не все вийшло, але головна задача була виконана, тобто перемога. І Славутич від на другий фінал Кубку України. Лучшим игроком, по мнению зрителей, признана наша вратарь Голубцова Анна. І від компанії «Медіадом» вона отримує безплатний інтернет на 3 місяці. Що ти пожелаєш собі і всій команді полуфіналу? Вообще не пропустить. Вообще не пропустить? Да. Ты фантазерка, конечно, ну давай. Но будем стараться. Но будем стараться. Молодец, спасибо, удачи тебе. И с нашей нападающей Лизой Кузнецовой мы тоже поговорили, пытаясь выяснить, почему реализация сегодня была хуже, чем в 1/8 финал. Ну, может, команда была более-менее чуть-чуть так слабая, а это более сильнее, поэтому так меньше получалось. Не, ну у тебя было несколько выходов, один на один. То есть ты должна была до 10 минимум доводить счет. Ну, полуфинал, давай так. Все, что не забило сегодня, забить в полуфинал. Да. Договорились? Да. Печально уходят с поля киевлянки. Понятно, что они думали о другом финале. Взагалі супер. Говорити вже не можу, бо голос я втратив. Емоції просто шалені. Щира подяка цим дівчатам, які об'єднують все місто. І це справді те, чим ми достойні хворіти. Не вболівати, а саме хворіти. А вболівати за них ми будемо все життя, це точно. А ви знаєте, Бог любить троїцю. І якщо ми вновь помічтаємо, то і третю команду вищої ліги ми можемо обіграти. Ну, на цей раз буде ще складніше в полуфіналі. Ні, давайте подождемо жеребьовки. І, звісно, будемо боліти за наших. А пока порадуемся за наших юных звезд. Надеюсь, они не зазвездятся, а в остальном они молодцы. Эх, кто же ждет нас в полуфинале? 24 февраля в бассейне «Лазурный» проходил 28-й открытый чемпионат города Славутича по плаванию, посвященный памяти героев Чернобыля, в котором принимали участие юные спортсмены комплексной детской юношеской спортивной школы «Авангард» города Чернигова, спортивной школы и клуба «Дельфин» из города Вышгород, спортивного общества «Авангард» город Каменское, ранее Днепродзержинск, и славутичские спортсмены комплексной детской юношеской спортивной школы. Приятно, что сегодня опять наш прекрасный «Лазурный» собирает большое количество спортсменов. Вот уже 28-й раз мы проводим традиционные соревнования памяти героев Чернобыля, памяти людей, которые отдали свою жизнь, чтобы мы сегодня с вами жили, учились, занимались любым любимым видом спорта. Я вам хочу пожелать, чтобы в вашей жизни всегда был мир, чтобы не было страшных аварий, чтобы не было Приветствовал ребят ведь ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Александр Петрович Забирченко. Много людей положила жизнь за то, что вы сегодня так плавали. Рядом будем говорить о Чернобыльской АЭС, что там чистенько, все красиво, что вы были здоровы, любили. Главный судья чемпионата, тренер, преподаватель комплексной детской юношеской спортивной школы города Славутича Нина Николаевна Верхолетова рассказала о том, как будут проходить соревнования. Также на параде всем участникам чемпионата были вручены памятные сувениры. Во время соревнований пловцы различных возрастных групп показали хорошие результаты, выполнив спортивные разряды. Самый высокий результат среди девочек показала славутичская спортсменка Валентина Хаббл 2003 года рождения, проплыв дистанцию 50 метров вольным стилем выше первого спортивного разряда. Всего несколько сотых секунд не хватило до выполнения нормы кандидата в мастера спорта. А самый высокий результат среди юношей показал Кочум Антон, 2005 года рождения, из города Каменского. Выиграл все первые места на всех дистанциях. Ну и наши спортсмены не отставали от лидеров. 27 пловцов заняли первые места, став чемпионами.
Хаббл Валентина, Максинец Марина, Серый Данил, Агиента Игорь, Коваленко Николай, Сидорин Костя, Ващенко Мария, Комиссаров Артем, Беляева София, Хаббл Катерина, Крыжановская Виктория, Турчин Владислав, Карасева София, Рекуненко Тарас, Шулеренко Полина, Цахно Алексей, Супрун Анна, Радько Евгений, Гриценко Мария, Брох Максим, Гарин Владислав, Высоцкий Данил, Роговая София, Гарин Станислав, Высоцкий Леонид, Бывалькевич Юлия, Брос Маргарита. Заняв второе и третье место, стали призерами 25 человек. Зайцев Арсений, Максимец Марина, Бойчук Александр, Ланько Анастасия, Вострышев Илья, Рамуль Анастасия, Салтыков Антон, Левина Ева, Дудар Данил, Базылев Иван, Йовенко Артур, Киселева Евгения, Бавина Мария, Жоров Леонид, Якубец Богдан, Борисов Леонид, Курская Полина, Деркач Богумила, Райский Богдан, Балта Иван, Осовский Никита, Каверда Костя, Заруденский Артем, Голин Марк, Хоменко Давид. Чемпионат прошел организованно. Тренерский состав сработал на высоком уровне. Надеемся, что мечта наших славутичных спортсменов плавать в учебном году не 4,5 месяца, а хотя бы 8, скоро осуществится. Ребята искренне надеются, что взрослые их услышат и подарят нашим талантливым спортсменам такую возможность. В конце прошлой недели традиционно в Олимпийском проходил открытый чемпионат города по мини-футболу среди юношей 2010-2011 годов рождения в памяти героев Чернобыля. На турнир приехало 9 команд из Киева, Чернигова, Броваровка, Натопа, Скадовска и, конечно, из Славутича. Матчи проходили в двух подгруппах. Победители подгрупп потом сражались в финале. Ими оказались ФК Чернигов и Каскад-1 из Броваров. Славутичу не повезло. Команда из Славутича попала в подгруппу с явным фаворитом ФК из Чернигова. Они забили 22 и пропустили только 7 мячей. Да еще в этой же группе выступил и второй состав из Броваров, которые победили в группе Б. В предварительном турнире славутичане, увы, заняли только 3-е место. Наши проиграли 3 матча с разрывом в 1 мяч. 2-3, 1-2, 1-2. О причинах не совсем удачной игры мы поинтересовались у нашего тренера Александра Вишневского. Ну, я, честно говоря, надеялся, что будет еще хуже. Потому что, в принципе, у нас одна проблема, то, что я уже говорил, количественный состав детей. Просто их мало одного возраста, к сожалению. Но мы при стечении обстоятельств, как бы при кварте, мы могли бы призеры попасть. Ну, где-то неудачно первую игру сыграли. А так достойно такие. Я, честно говоря, все команды очень хорошие, хорошего уровня команды приехали. Поэтому думал, что будет хуже. Но слава богу. С этой точки зрения, какая команда была сильнейшая? Ну, по зрителям мы определили точно Чернигов. По игре вроде Каскад. Вот, а с этой точки зрения ты видел все команды? Ну, я скажу, что там было 3 таких команды. И Каскад, вот СКА Киев и Конотоп. Они, в принципе, одного уровня. Они в группе, они сыграли, каждый друг друга обыграли. И в финал вышел Каскад чисто по разнице забитых мячей. Да? По разнице забитых мячей так же мог бы и Зирка выйти, то есть не Зирка, СКА Киев, и мог бы и Конотоп также в финале играть. Ну, я смотрел, здесь была самая маленькая команда, ну, и по росту, и по возрасту, это, по-моему, Зирка из Киева, да? То есть, вот, а у тебя такого же возраста? Нет, Зирка Киев участвовала 11-м годом чистым. Чистым 11-м. У нас 10-11, у нас команда смешанная такая. В следующем году как будет? Ну, подрастут, я думаю, да, дети подрастут, может, кто-то еще придет к нам. Я думаю, что мы уже в игровом плане прибавим. Есть над чем работать, и мы знаем, над чем работать. Уже, также мы начинали с 5-м годом, который тоже самое было. Проблемы, первые турниры проигрывали, все. А завтра мы едем в финал области по мини-футболу уже 5-м годом. Так что... Надежды на победу есть? Ну да, есть надежды. И я думаю, что будем бороться за первое место завтра. Белая церковь. Финальная игра получилась увлекательной и мощной поддержкой зрителей из Бровров и Чернигова. Приехало много родителей, и, естественно, все болели за своих. Родители молодые, поэтому кричали практически все время и громко.
Конечно, в таком возрасте сложно требовать многоходовых комбинаций и соответствующей игры. В основном это индивидуальная игра и максимум 1-2 паса. И она чаще получалась у команды из «Броваров». Вот так они открыли счет. И хотя порой игра проходит достаточно сумбурно, когда игроки на 3 квадратных метров могут несколько раз стерять мяч, но это дети. Кому-то 8, кому-то 7, а кому-то и 6. А так футболисты «Каскада» забили еще один гол. И, видимо, у черниговцев просто сдали нервы. Защитники растерялись, а «Бровары» забивали и забивали. Ругать в таком возрасте игроков не стоит. Для многих из них это просто игра в мяч. Кому-то повезло ударить, кому-то не повезло. К комбинационному футболу они придут обязательно, года через 2-3. А пока их поддерживают и родители, и тренеры. Говорят, ничего, в следующий раз обязательно получится. А после игры тренера обмениваются друг с другом рукопожатиями и говорят, ну, у тебя вот 5-й номер или 6-й замечательный синий нападающий. Просто завидуют друг другу белой завистью. И награждение. Для большинства юных футболистов это, пожалуй, главное в турнире. Вначале поздравления от торгкомитета. И неожиданно в процессе официальной части турнира наш председатель Федерации футбола Василий Захарченко узнает в тренере «Каскада» своего хорошего знакомого, с кем они в молодости играли в футбол. И под бурной овацией состоялась встреча старых друзей. После столь приятной встречи и неожиданной встречи началось награждение лучших игроков по номинациям: вратарь, защитник, нападающий. Затем решили отметить и лучших игроков каждой команде. Овации получил, пожалуй, самый юный игрок турнира Саша Негриета, ФК «Зирка». Как мне кажется, ему 6 лет максимум. И в финале призеры турнира. Ими стали на 3-м месте Дю США из Конотопа. На втором месте ФК «Чернигов». Ну, тут, пожалуй, стоит отметить болельщиков. Их было больше, чем футболистов, и кричали они громче всех. А на первом месте футбольный клуб «Каскад-1» «Бровары». В
финале гимн Украины, который пели не все юные футболисты, а вот их родители – настоящие патриоты. До новых встреч, юные футболисты! Третий сезон КВН в Славутичи начался. В субботу к нам приехало 5 команд. Смайлы из Кодовска, Лунь из Ирпеня, команда Стоп из Чернигова, сборная медучилища из Прилуки, бомба-ракета из Киева. И, конечно, хозяева 3D-формат Славутич. Может, это был и не самый сильный состав участников, но зрители смеялись практически над 70% шуток каждой команды. Наименее точным попаданием на хороший юмор был у Смайлов из Кодовска и сборной медучилища из Прилуки. Но время еще есть, они еще успеют написать новые шутки и приехать к нам на весенний и зимний кубок. Команда «Стоп» из Чернигова представляла школу номер 13. Шутила порой не по-детски, но среди взрослых КВНщиков, конечно, им было тяжело. Но все равно Славутичу есть куда расти. У нас, например, детской команды КВН нет, а очень хотелось бы. Ау, энтузиасты! Слабо сделать такую же команду, как в Чернигове, из детей. Теперь о лидерах. Команда 3D-формат, естественно, как своя, воспринималась немного ярче. И команда отвечала мощными шутками, базирующимися на местном материале. Начнем с новостей 3D-формата. Сегодня суббота, а это значит, что на 3D-ТВ прямой эфир. И у нас в студии Игорь Грамоткин. Как, на ваш взгляд, должна работать станция? Станция должна захоранивать сама себя. Скажите, пожалуйста, а почему на днях на Чернобыльской атомной электростанции отключили отопление? Я очень надеюсь, что произойдет омоложение нашего коллектива. И напоследок, многие интересуются, как устроиться к вам на работу. На Чернобыльской АЭС теперь со следующего года никто бесплатно ходить не будет, это я обещаю. Итак, представьте, первая миниатюра, последний голубой в Славутиче. Ты спрашивай, спрашивай. Слышь, а ты когда из партии региона выйдешь? Я не дала, а не догнала. Есть еще такие так называемые диванные вредители. Итак, представьте, случай возле компьютера. Так, вот сейчас я устрою. Алло, депутат Славутицької міської ради слухає? Я не дала. А у нас громадські слухання міського голови. Юрій Кирилович, ви посмотрите, що твориться. Ви тарифи видели? Як платить людям вообще, а? Та не проблема, звертайтеся, допоможемо, оформимо субсидію. Та не нужны мне ваши подачки, ви що думаете, я заплатить не могу? Та ні, я так не думаю. Конечно, мажори одні тут собрались, да? Так ви считаете? Та ні, я так не считаю. Та по вам видно, що ви взагалі ніяк не считаєте. А вам, як директору ЖКХ, не соромно такі питання ставити? Я не дала. Хай хто хоче, каже, майбутнього нема. Щось сіре небо, місто поглина. І на зло дурниця, ворога на зло, як голубіла птиця. А ми в місто віримо. И патриотично, и смешно. Вот только на разминке они не показывают такой же класс, как во фристайле. Команда «Луни Зерпеня» – это новый формат первого чемпиона Славутической лиги 3-летней давности. С серьезным потенциалом на качественный, порой парадоксальный юмор и актерское мастерство. Парень остался один дома и решил немножечко станцевать контемп. Чем ты тут занимаешься? Мы же тебя по-другому воспитывали, а вдруг соседи увидят, а вдруг бабушку увидят? Ты же в ПТУ учишься, скотина, паскуда, тварь, сволочь! Батя, это же просто контемп! Это, по-твоему, контемп? Так научился танцевать контемп. Я просто служил под контемпском.
контемпских войсках. И, пожалуй, стоит отметить их лучшую шутку в импровизации этого вечера. На вопрос депутата Борисова. Что такое working travel? Смотрите, если дословно переводить, то это работа и путешествие. А дальше, как объяснить депутату, что такое работа? Дольше ни за какой ответ так никто не аплодировал. Спасибо, так долго у меня еще никогда не было. Киевская команда «Бомба-ракета» была, пожалуй, посильнее всех. Помогла им разноцветная фольга, усиливающая видеоряд их выступления. Кстати, во второй разминке им пришлось не один раз отвечать на вопрос, а нет ли у них еще чего-нибудь замечательного в их карманах. Ну и, пожалуй, лучший стендап-номер вечера тоже принадлежит их творчеству. Парень решил принять душ у девушки дома. Водичка такая тепленькая, осталось голову помыть. Так, где тут у нее шампунь? Абразивный скраб. Лифтинговый тоник. Эмульсивное молочко. О, это из коровы. Почему из коровы? Ладно, помощь друга. Оля, где тут у тебя шампунь? Ну, посмотри внимательнее, он там в баночке стоит. Тут все в баночках. Нет-нет, там все в тюбиках, палетках и флаконах. И только шампунь в баночке. Баночка. Баночка, баночка. В чем бы я анализы понес, баночка? Ладно, хрен с ним, просто вытрусь и выйду. Оль, красное полотенце можно взять? Конечно, бери. Только не перепутай с коралловым, пурпурным. Да ну его нахрен, просто так стоим и сохнем, стоим и сохнем. В итоге весьма синхронно проголосовало жюри, и фактически к финалу подводить итогов было не нужно. Все и было и так понятно. КВН продолжается. КВН приносит нам классные позитивные эмоции, приносит радость. И от этого стає теплее, и даже газ не потрібний. Киев, ракета, ну это справжня бомба. Окремо дякую за антураж на сцені. Перебирати не будемо до Нового року. З півдня, Скадовськ. Супер. Ірпень, Київська область. Наші постійні гості. Ну, 3D-формації взагалі безстрашні. Я думаю, знову будуть нас з Демідовим трогати, але ні, вони пішли далі. Вони пішли. Хоча справжня зірка сьогодні, ми знаємо, хто Володимир Володимирович десь ще рахує, але він сьогодні зірка всіх команд. Я дякую командам, я дякую публіці, бо ви сьогодні теж були найкращі. І КВН в Славутищі продовжується. Святом вас! Чернігівська дітська команда «Стоп» отримала спеціальний кубок. На третьому місці, уви, не попав в суперфінал команда 3D формат. А от в суперфіналі виступять дві команди. Це «Луні з Ірпеня» і «Бомба-ракета Київ». Ждем весенний кубок, ждем новых ярких шуток и смешных команд. We'll be right back.
п'ятницю, 2 березня о 19:25 до вашої уваги ще один випуск музичної програми молодіжного хіт-параду на тему «Улюблені пісні з кінофільмів», що підготували для вас наші юні ведучі Аліна Теремецька та Христина Мєх. Всім привіт! Я Кристина. А я Аліна. І сьогодні тема нашого хіт-параду – саундтреки к любимим фільмам. У кіно дві функції – отображати реальність і создавати новую. А ти знаєш, без чого не може существовать кіно? Без чого же? Ну, конечно же, без музыки. Это инструмент, который способен добавить, подчеркнуть, а порой сыграть даже главную роль. Безумовно, гарна музика викликає лише приємні емоції та почуття, дозволяє поринути у світ прекрасного, пробудити в душі найяскравіші нотки життя, відчути присмак справжнього щастя. Вірим в любов, крилатую, вірим в любов, вероятно, ми птицы с тобой, влюбленные, если веришь, значит, точно обязательно встретишь любовь. Отож, в п'ятницю, 2 березня, о 19:25 дивіться на нашому каналі ще один випуск молодіжного хіт-параду та отримуйте насолоди від прекрасної музики. Повтор програми наступного дня, 3 березня, у ранковому ефірі о 10:20. Не пропустіть! В уже далеком 2016 году в киноконцертном комплексе состоялся один из лучших концертов славутических рок-групп. Он был посвящен памяти Кузьмы Скрябина. А в эту субботу поклонники Кузьмы снова могут послушать любимые песни и свои, и Скрябина. 3 марта, в субботу, в 17:00, состоится светлый вечер памяти Кузьмы Скрябина с участием славутических музыкантов. Благотворительный взнос 50 гривен. Все собранные деньги будут перечислены Роману Федорцю. Билеты можно приобрести с 15 до 20:00 в кассе киноконцертного комплекса. Справки по телефону 2-36-17 и 2-36-22. Итак, хотите послушать хорошую музыку в исполнении своих рок-музыкантов? Приходите 3 марта к 5 часам в киноконцертный комплекс. Ну и, конечно, про благотворительный взнос не забывайте. Наши новости после выхода на телевидение смотрите на YouTube-канале «Славутич подчеркивание Live» или в Фейсбуке «Медиадом Славутич».